Этот участок улицы Горького компания «Спектр Брянскстрой» капитально ремонтировала в 2017 году. Весенняя проверка дорог выявила ряд дефектов, особенно в местах спуска подъема. Подрядчику было вынесено предписание добровольно в рамках муниципального контракта до середины мая обновить изношенные участки. Это не выполнено. Было принято решение суда, обязывающее это сделать. Дорога находится на гарантийном обслуживании у «Спектра». «Спектра» до сегодняшнего дня не вышел, а аварийность нужно устранять на дорогу. Поэтому будет сейчас, не исключая, что работу выполнит наше дорожное управление, предъявлением счета подрядчику. Заказчиком по условиям муниципального контракта он вправе в случае неустранения добровольного дефектов со стороны подрядной организации, он вправе привлекать сторонние организации для устранения дефектов и предъявления затрат в адрес подрядной организации. Ремонт участка поручили муниципальному дорожному управлению. Подготовку дорожники уже провели холодной фрезой, большими картами срезали изношенный асфальт. «Спектр Брянскстрой» уже попал в список ненадежных подрядчиков. По итогам весенней проверки именно на дорогах, отремонтированных этой фирмой, отмечен самый высокий износ полотна. Жесткая позиция губернатора в вопросе гарантийного ремонта дорог показала, что спрос со всех одинаковый. Ремонт в рамках гарантийных работ в этом году уже производили на Речной и Красноармейской. Александра Седачева, Денис Пашков, события Брянск.